Привет всем! Сегодня продолжаем выживать на сборке Майнкрафт. Так, в прошлой серии я... Давайте посмотрим, что я вообще делал. Где-то крипер был. Крысы всякие бывают. Где крыс надо, по идее, убивать, блин. Давайте я попробую его убить. А вообще, в планах у меня сегодня... Иди сюда, крыса. Сраная. Она убегать будет. А, понятно. Ты взял меня тут все испортил. Классно, ну. Ладно, давайте собирать на дерево. Вообще-то, зачем я вышел ночью? Я сегодня в планах сделать этот огород. И... смогу. Давайте хотя бы за доллар это что ли. Почему здесь срывается? Ладно. Так. А этот видите, теперь эта листва не упадет, потому что если там дерево было, то листва не будет падать. Ладно. Давай спать. Ну, потому что ночью, в принципе, прикольно, но ночью могут тебя сожрать. Так. А, во-первых, мне нужно... так, что у нас тут? Да. А, всякие. Тут все растения тоже надо сделать. Луки, стрелы. Стрелы пока собираем. Ребно, ладно, пусть будет здесь. Железо. Кстати, мне надо сделать мотыгу, получается, да? Угу. Так. Сколько мне надо? Две штуки. И да, блин. Вот пока что есть железо. А, и у меня 12. Давайте поставим новую плоть. Земля. И нужно будет сделать забор, наверное. Потому что забор нужен, чтобы... А, подождите, у меня вот забор. Забор нужен, чтобы... Мой огород никто не стоптал, понимаете, да? Если мне это дерево тогда не надо. Вот этот огород, который мой тут растет, я его отсюда уберу. И... не знаю, как сделать. Что тут думать? Делаю прямо вот здесь. Вот он. Так, и надо было взять семена пшеницы, да, семена огурцов. Ну, сейчас посмотрим. Давайте я сначала... Вообще надо было ведро, да? Получается... Огород я сделал обычно, ну, типа 9, или сколько он там идет? 8. А, подождите, что я... Раз, два, пять, шесть, семь, восемь. Извините, да? Вот так он делается. Два, три, шесть, восемь. Так, если я не ошибаюсь... Ладно, я... Так, да, получается? Чтобы один квадрат сделать. По центру вот тут вот надо поставить... Огород я делаю, чтобы, когда я пойду в шахту, чтобы у меня проблем с... Давайте это все. А, нет, подождите, я что-то не то наделал. Центр-то не тут же. Лопата.
Так. Вот, вода тут, в принципе, рядом. Вот, теперь, если сейчас что делаем агатон, да? По идее, вода вокруг должна все это. Знаете, да? Огород будет у меня, конечно же, давайте я сразу. А, мне не хватит на. Мне, наверное, не хватит забора, да? Так, забор у нас из. Забор из кленовых досок. Ладно, сейчас мы возьмем. Вот это, кстати, можно все убрать уже. Здесь огорода больше не будет. Здесь я что-то не знаю, что сделать. Давайте. Мне нужны кленовые доски, но у меня так кленовые плиты почему-то. У меня где-то было семян просто навалом. Вот у меня есть семена пшеницы. Пока что делаем из пшеницы, потому что, не знаю, семена томатов, клубничные, семена тыквы. На тыкву нет, я не буду пока арбузы всякие сажать. Блин. На томатов, лимоны, два. Видите, их не так много. Я для них сделаю, скорее всего, отдельный огород, понимаете, да? И мне нужен клен. Вон там, кстати, есть клен. Сейчас высажу. Просто сейчас, если ну, зомби придут, они могут весь огород мой испортить. А у меня даже забора нет. Вот, ну и. А, смотрите, у нас даже. Ага. Слушайте, я тут подумал быстро. Сейчас мы даже сделаем так. Я вообще все семена забираю. Кроме тыквы, да? Цвет. Клубничные, томаты, лимоны. Свекла, салат и перец. И просто все это высаживаем на наш этот. Так, допустим, тоже цвет будет здесь. А, он растет, походу, как арбуз. Ну ладно. Как это томаты. Моны. Слушайте, я запутался, где томаты, где лимоны. Лимоны, да? И. Отлично. Надо вообще побегать и пособирать еще, ну, пшеницу, понимаете, да? Перец. Давайте здесь перец еще будет. Свекла. Два, три, четыре. Вот такой вот странный огород будет. Я думаю, для начала пойдет. Вот огурцы будут, а здесь будут салат. И теперь надо сбегать, собрать клен. Клен нам нужен, чтобы сделать этот забор. К сожалению, клена почему-то нет. Ладно. Я, кстати, по деревьям здесь неплохо, смотрите. Здесь обычные деревья, дуб. А вон, кстати, я вижу уже клен. У меня тут береза, дуб, кленовые деревья вон там, и плюс еще ель вон там есть. Так что я считаю, в принципе, тут вообще все виды деревьев, конечно, тут нету всяких джунглей. Кстати, у меня же выпадал саженец клена, где-то я помню. Так что. Ладно, вот. Я просто не хочу далеко идти, понимаете, да? Убираем клен. Ну, может быть, этого даже хватит, да? Сколько это? 48. Ну, почти стак. Надо посадить клен реально. Или где-то его просто собирать. Ладно, я думаю, этого хватит. Вон там целый биом кленов. И. Ладно. Делаем. Получается, вот так. Мне еще надо будет сделать запор.
15, может быть, хватит. А, у меня палок нет. А вот, кстати, был дубовый забор, смотрите. Эти дерево уже заканчивали. Ладно. И, конечно же, надо сделать... 24, наверное, хватит. А, нужно сделать калитку, да, получается? Делать лук. Не помню, как это делалось. Так случайно. Калитка. И вообще у меня еще помимо ну, вот этого, эти вороны прилетело воровать мой огород. Так, куда калитку ставить? Да что ли ставить? Так вот, я еще хочу кожу сегодня найти. Зачем? Кожа мне нужна, чтобы... Ну, чтобы у меня был какой-то рюкзак, я уже говорил, да? У меня опять не хватило клена. Что-то постоянно проблемы с этим. Мы сейчас доделаем. Кстати, ладно. Сейчас так еще будем поставить, чтобы постоянно не бегать. Все, я думаю, этого точно хватит. А уже вечер наступит. Вот, надо быстрее. Еще, кстати, факелы надо поставить на... Да-да-да, вороны, вот проблема с воронами. Может быть, надо как-то их... Так, осветим наш огород. И, в принципе, неплохо, неплохо. Я думаю, через пару дней, ну, майнкрафтовских, да, он уже первые свои плоды принесет. Так, калитка, слушайте, калитка сливается с... В принципе, ладно. Так, если я хожу по огороду, то все нормально. Главное не прыгать, кстати. Если прыгать, то он у вас весь стопчется. Вот. Самое главное, чтобы сюда всякие криперы не подошли. И... Ну да, чистим. Зачем просто, чтобы было. Ну, вот так вот я поставил такой огород. Здесь, где был раньше огород, я делать можно прыгать. Дать весь этот огород. Ладно, фигня какая-то страдаю. Огород мы сделали, наша цель одна выполнена. Нужна кожа. Кожа нужна, чтобы... Чтобы сделать рюкзак, вроде бы, или что там. Я не помню, сколько на коже. Кожи надо очень много, понимаете, да? Так что идем сейчас за кожей, пойдем просто поубиваем коров. Вот этот вот крафт, который показывает из гнилой плоти, он не работает, к сожалению. Потому что гнилая плоть при... Ну, чтобы ее плавить, видите, она превращается в приготовленную плоть. Это как еда дополнительная. Кстати, мясо, в принципе, можно брать. Щит. Щит и акритеры будут, в принципе, все. Так, это мне не надо. Лук, я даже не знаю. Я все еще наковальню себе не сделал, чтобы... Да. Да, давайте уйдем, да? Где-то у меня были кленовые... Давайте. А вот саженец клен. Смотрите, давайте садим пару клен. Пойду за кожей. А, нет, я сначала посплю. Обязательно. И сейчас мы пойдем за кожей. За кожей. Кожей, да, я уже купил. Кожа мне нужна. Давайте клены где-нибудь здесь посажу. Не знаю. Просто чтобы были. И куда мы пойдем?
Вообще коров очень тяжело найти, понимаете, да? Какой-то домик есть. Я вот немножко в такой местности не очень появился. Видите, везде деревья эти. И здесь у меня эту смерть надо удалить. Где смерть? Удалить. Так, вот здесь у меня шахта будет, которую вот я пойду в следующий раз. И вообще, знаете что, на будущее я свой дом переделаю, возможно, потом, но это не сейчас. Давайте, у меня сейчас цель кожи, еда у меня есть. А, кирком и меч есть. Надо посмотреть, куда идти. Я, получается, сейчас здесь, тут у меня мост. Коровы могут быть и здесь. Но они могут быть и здесь, и здесь. Просто ходить очень далеко, понимаете, да? И... Давайте пойду вот на этот остров схожу. Кленовый вот этот. Потом от него вот сюда пойду, к равнинам, потому что коровы обычно где-то на равнинах пасутся. Да, нет, на этот мостике, да? Да, ну коровы, по идее, вообще в любом месте могут быть, они могут быть и вот в этом темном лесу. Просто найти их очень тяжело иногда бывает. Не знаю почему. Такая проблема. Кстати, по пути можно собирать всякие тростники сахарные, потому что он пригодится, понимаете, да? Конечно же, клиперов. Меч очень слабый, надо 3 раза ударять. Крипер сразу же. Так, овца. Но, блин, мне нужна кожа. Так, из грибов вроде бы что-то можно делать, я не помню. Давайте соберем. Ошибаюсь. Это из них только грибы, да, падают? Слушайте, а вроде бы здесь, в этом моде, если собрать гриб, вот этот вот блок собрать как блок, ну, чтобы он не разрушился, понимаете, да? То вроде бы из него что-то можно сделать. Ошибаюсь. А грибов он 25 дал. Эти грибы растут. Но коров я вообще... А, тут у меня шахта. Так, нам в ту сторону, значит, идти надо. Коров я не знаю, где искать. Кожу нужно... Я хочу посмотреть, во-первых, как рюкзак выглядит. Вообще, по идее, просто надо идти в шахту и... Но... Слушайте, я тут просто подумал, если уж я шахтой займусь, то я это, ну, просто в отдельном видео сделаю, понимаете, да? Можно... Да, там деревня. Так, у меня цель была вообще, по идее, пойти вот сюда куда-то. Но, блин, что-то... Да, потом просто возвращаться домой будет очень долго, понимаете, да? Не знаю, почему так. Такой мир создался. Дерево, конечно, дофига, это хорошо. Но... Мне нужна кожа. Кожу еще можно получить из кроликов. Из них падает маленькая кожа. Потом просто крафтите из маленькой кожи большую. Слушайте, а вот синдюков... Ой, стойте, я лаки блок нашел. Блин, так, сейчас захаваем. А, кстати, это уже третий или четвертый будет. И пока что вообще ни с одного лаки блока ничего нормального не выпало. Кстати, там может быть не настолько удачный лаки блок. Синдюков интересно, что падает. Давайте я попробую бить. Они просто тут стаи. Я, в принципе, в эмеральдовой броне. Давайте попробуем убить. Они мирные, кстати, да? Падает курятина. Я уже рассказывал в одной серии про индюков, да?
Это, я так понимаю, это те же курицы, с которых падают. Да, они. Нет, они атакуют. Смотрите, один раз ударяешь. Так, индюков интересно, можно развалить? На лицо это курица, короче. Но она вообще не дамажит. А, нет, смотрите. Снесла мне одно сердечко. Но, к сожалению, ты очень слабо бьешь. Ворона. Ворона падает. Ладно. В принципе, прикольно. Перья можно фармить. Так, самое опасное сейчас, знаете, что может произойти? Если сейчас я открою Lucky Block, и там может, ну, очень что-нибудь... Пещерка, кстати. Пещерка. Так, надеюсь, ты хороший. Нифига тут шерсть. Офигеть. Ну, конечно, блин. Лучше бы выпала кожа. Вот реально, вот прямо сейчас, в данный момент. Вот, конечно, для начала выживания это круто, да? Типа, как кровать нужна. И тут вы можете миллион кроватей сделать. Я, кстати, могу себе кровать другого цвета сделать, допустим, лаймовую. Еще какую-нибудь. Ну, слушайте, это прикольно, это прикольно. Лаки-блоки не так часто встречаются, так что когда вот такой хороший дроп. Ну, кстати, насколько я помню, я уже четвертый вроде лаки-блок открыл. И, ну, они все были удачными. А это, знаете, это значит, знаете что? Что, возможно, скоро придет, ну, всегда, не всегда будет вести, понимаете, да? Вот этот гриб, по идее, тоже надо собрать. Не всегда будет везение, как вы понимаете, да? И когда-то придется. Так что я подозреваю, что следующий лаки блок. Вообще желательно сейчас сходить домой и я сейчас нахожусь. Я очень далеко шел от дома. Вообще, по идее, желательно сейчас сходить домой и всю эту шерсть скинуть. Понимаете почему? Потому что, скорее всего, сейчас я где-нибудь сдохну. Я, кстати, кровать могу быстро себе сделать, если вдруг ночь начнется, да? Немного таким читерным способом. Слушайте, я не знаю, где искать коров. Ну, а где искать кожу? Вот что самое непонятное. Крыс можно убивать, но крыса там бегала одна. Вы видели, я ее даже догнать не смог. Ночью они, скорее всего, очень быстро бегают. Я помню, я днем крыс убивал, и проблем как бы не было с этим. Что-то ночью крыса одна появилась. Ну, с крыс выпадает, ну, там одна маленькая кожица, и это надо как кроликов, надо 4 собрать. Давайте я наверх заберусь. Вообще, смотрю в округе, может быть, коров я увижу откуда. Вообще, такое предчувствие, что как будто я, блин, вообще нету животных, мирных, понимаете? Я не знаю, почему так. Я овец там убивал. Так, стойте, там какой-то тасманский дьявол, да, это? Ну, там курочки, слушайте, тут могут быть коровы где-то рядом. Я сейчас еще побегаю минут 5. Если я сейчас медведь. А кстати, слушайте, с медведя выпадает. Ого, он агрессивный. Но я имею в виду, с него выпадает. Кожа с него выпадает. Давайте попробуем убить его. К сожалению, убил. О, нифига, жирный. Так, смотрите, с медведя выпало медвежий мех. Ну ладно. Детей я убивать не буду. Пусть живут. Пчелы. Эти крысы тут только что где-то бегала. Блин, уже вечер наступает. Я хочу вернуться, по идее, и шерсть всю скинуть, которую я нашел. Коровы, коровы. Как же это жестко искать каких-то, ну, какую-то эту кожу тупую, которую хрен найдешь. Вообще, я, блин, хочу еще. Знаете, почему я хочу в шахту? Когда я буду копать шахту, по крайней мере, свою, да? Кстати, еще одна большая медведица. Ну, давайте я.
Хорошо, медведь, я его убью. К сожалению, большую я убью. Ох, она так дамажит. Детей я, конечно же, дети пусть живут. Но они потом вырастут, и их можно прибить, чтобы учить. Кстати, в этот раз медведь ничего не дал. Ну, с него не выпало вот этого. Я же нет. Вообще, я думаю, я сейчас спокойно могу выживать даже. Чего улетают? С обычного Майнкрафта. Вот, кстати, улей. Интересно, с него можно мед добывать? Калибри? Конечно, прикольно. Но, блин, я, кстати, скоро потеряюсь и вообще не найду не то чтобы коров, я свой дом потеряю, понимаете? Ой. Я не знаю, я, скорее всего, помните, когда я искал деревню, я пошел... Смотрите, когда я искал деревню, вот эту, которая здесь находилась, мой дом был здесь, первая пещера моя была здесь, мне надо было просто идти в сторону сюда, и я бы нашел деревню. Но я знаете, что сделал? Я пошел в эту сторону, обошел это все, нашел тыквы, потом нашел ну, пещеру в скале какую-то там. И потом только обратно сюда вернулся, нашел этих вот разбойников, и потом только нашел деревню. Представляете, деревня была прямо перед глазами, а я все вот так обошел сверху. Ну, по карте, как вы видите, да? И у меня подозрение, что сейчас, скорее всего, зря пошел в эту сторону, потому что здесь ни одной коровы. Видите, я вот здесь из дома пошел, да, вот сюда, вот на этот остров. Я надеялся здесь коров найти. Я вот это все обошел сюда и опять вернулся. Сейчас вернусь опять сюда, вот на эти места. И здесь ни одной коровы я не нашел. Я подозреваю, что корова где-то вот здесь, понимаете, да? Или вот здесь внизу, если вот здесь побегать. Возможно, я там найду каких-то коров. Понимаете, да? Так что, блин, как всегда, чё? Я пошел не в ту сторону. И вообще сейчас я потеряюсь, скорее всего. Самое страшное, что я сейчас вообще непонятно где. Это по карте, конечно, понятно, но... Блин, меня что-то дамажит постоянно. Я в каких-то сраных горах. Хотя я там был, да, походу, потому что там свет. И давайте посмотрим, где я сейчас нахожусь. Ага, я сейчас, в принципе, вернусь вот в это же место, где я был. Я, кстати, вот здесь еще не был, вот в этом домике. Второй домик, что ли, у разбойников. Скорее всего, я сейчас туда иду. Вон там впереди что-то светится, смотрите. Вот это вот что такое? Лава. Да, я зашел в тупик, кстати. И нет. Круто. Может быть, нет, спруты, чернильный мешок мне, конечно, может быть, нужен будет. И они у меня есть вот прямо рядом с домом, понимаете? Да? Что я думаю, со спрутами проблем не будет, как с коровами. Или не с коровами. Вот, может, здесь данж какой-то? Нет, это просто... Просто пещера. Вот замшелый булыжник, он сразу, как раньше в старых версиях, да, это сразу было, ну, типа, там, данж какой-то. Но, к сожалению, в новой версии это, скорее всего... Слушайте, енот, интересно, агрессивный или нет? У меня земли нету. Да? Шерсть, конечно же, я отдам. Я хочу наверх забраться. Ой, он сам задамажился. Не виноват. Еноты, кстати, не атакуют, хотя глаза у них в чем. О, белый гриб нашел, да. Есть? Блин, мне надо... Смотрите, я вернулся, походу... А где... А, это большой белый гриб на карте отобрался, да? Интересно, с него выпадут грибы, которые вот падают.
Вообще ни одного, а нет, вон уже было сколько. 15 грибов. А, ну вот еще 25. 22. Плохо. Я вернулся опять к этим разбойникам. Блин. Там делать верстаки, не понимаю. Кто почему ты здесь? Эти вроде бы... А, нет, они вон появляются, смотри. О, крипер разорвался. Так, ну давай. Кстати, у меня щит же был. Давай, стреляй. Ты быстро сдох. А, еще двое. Слушайте, я не понимаю. Я же в прошлый раз, ну, типа, я захватил их не уже. А, они если даже друг друга попали, они как скелеты не будут, да, драться между собой? Я же в прошлый раз их убивал и... Блин, честно, не знаю, как сделать, чтобы они больше не появлялись. Ну ладно, пусть живут. Там вроде что-то надо с этими сделать. С флагами, хотя я вроде как флаги все забрал уже. Эти коров-то мне. Коровы, по идее, в горах не живут. Надо где-то искать ровную местность. И, может быть, они вот здесь, внизу. Здесь сейчас нахожусь. Слушайте, мне надо в ту сторону идти вот так. Здесь обойти, там, скорее всего, коровы. Я думаю, так и есть. Но вот крыса. Крысы, смотрите, ночью какие быстрые. Да, их ночью вообще невозможно убить. И их невозможно догнать. А это значит... я кожу опять не получил. Вот с улиток, я не помню, что падает. Их кожа точно не падает. Блин, сложная себе задачку выставил, конечно. Собираю лопаты. Так, тут надо как-то подняться. Зачем? Я хочу пойти. Ну, вот так вот мы поднимаемся. Чтобы найти коров, которых нет вообще нигде. Вот, я попал на равнину, но это, блин, гора, понимаете? Равнина. Так, кушаем гнилую плоть, которая готова. Да? Там зомби бегают, скелеты. Ух, у меня подозрение, что в этой сборке специально сделали, чтобы мирные жители очень редко появлялись, понимаете, да? Ну, потому что, блин... Это бредятина. Блин, у меня уже места, кстати, нету. Оу, щет. Блин! Два крипера увидели, прям рядом со мной заспавнились. Их не было вообще. Один под... Если бы они вдвоем взорвались, скорее всего, я бы сдох. Блин, что за фигня пошла? Так, на самый верх идем. Я чуть не слетел с... Блин, по горам ходить вообще очень опасно. Из-за этого я всегда на ровной местности любил жевать, а не на какой-нибудь высоте гигантской, блин. Так, а там что у нас такое? Там что-то есть, кстати. Lucky Block. Так, я, конечно, сначала сейчас захиливаюсь. Так, и нотики добрыми сразу стали. Ага, знаю я, какие вы крысы, еще те. Кстати, их если покормить, вроде бы их можно, ну, одного приручить себе. Только, если честно, я не знаю, чем надо кормить енота, чтобы... Там Lucky Block. Но... Я подозреваю, сейчас всю кожу потеряю. Он лаки блок, видите?
Давай хиляйся. Эти блоки с опытом. Плохо, неплохо. Ладно. Открываем лаки блок. А, у меня же места нет. Вот видите, в чем проблема? А, в том, что... Не можем. Потому что сейчас, если что-то хорошее выпадет, то... Все, я умер. Это пипец. Да, классная ловушка. Просто офигенно. Просто класс. Там мой гроб, кстати. Да. Вот так вот искать. Какие-то... Нет, ладно. Это просто... Это жесть, понимаете, да? Палка. Слушайте, я не смогу собрать обсидиан, да? Чтобы собрать свои вещи, они у меня застряли в этой коробке внутри. Мне нужно алмазную кирку взять. О, нет. Ты серьезно? Как минимум меч надо взять. Пипец. Еды надо взять. Класс, я всю еду, я вообще все потерял. Кирку алмазную придется все-таки делать. Если я сейчас ее потеряю, то это просто... У меня все вещи пропали, понимаете? Куда мне идти, в какую сторону? Я умер, вот на этой горе тупой. Нахрена я на этот лаки-блок пошел? Я же знал, что... О, короче, плывем до деревни и бежим прямо сюда, на эту гору. Проблема, знаете, в чем? В том, что желательно... Там вся шерсть потерялась. Вся шерсть потерялась. Просто жесть. Фух, надо поспать просто перед тем, как туда идти. Ну ладно. Короче... Вот эта ловушка, это вообще нечестная. Ты типа появляешься внутри, вода, и все покрыто обсидианом. И представьте, вы только начали играть, и играч реально думает, что ты типа уже ну, развился до обсидиана, что ли? Чё за фигня? У меня даже... Я еще в пещере-то, ну, в шахте не был, чтобы накопать там себе алмазную броню. Короче, это какая-то фигня тупая. Блин, эти сраные коровы вонючие, почему они куда-то спрятались, все, убежали от меня? Я не смог найти их. Из-за них пошел в эту гору. Эти лаки-блоки, это, конечно, блин, очень жестоко. Может, их лучше собирать, когда я уже более-менее разовьюсь, когда появится... Так, вот мой порт. Это... Лазим тут в деревню. Через эту деревню я попадаю, получается. Сейчас просто прямо идем и на эту гору. Просто мои сейчас все предметы могут пропасть, понимаете, да? Кстати, сейчас если подойти к торговцу, который... Помните, я тут палки обменивал? В смысле, новое достижение, Town of Forest. Кстати, тоже есть каньон, в котором, возможно, есть очень много ресурсов интересных. Я не знаю, кто-то бил. Так, нам просто нужно идти прямо. Вот эти вот лаки-блоки я больше нафиг не буду собирать. Почему пещеру, кстати, показывает? Вообще-то сборка немного глючная. Кошка, кстати, кошку можно приручить, по идее. Блин, это вообще... Я все вещи потерял. Искал кожу,
забрался на гору и потерял все предметы. Ну просто офигенно, понимаете, да? Блин, у меня еще лопаты нет. Лопату взять. Как без лопаты-то? С мечом копать. Ладно. Пофиг, это грязный меч, у меня там изумрудный есть. Изумрудный меч что-то не очень, он очень слабо дамажит. Хотя написано, что типа 8 урона. Классная ловушка, вообще, блин. Ну, кстати, я сейчас себе обсидиана накопаю. Который нужен будет для портала. Но это все равно бред. Я факелы, кстати, забыл взять. Сейчас, если ночь начнется, я еще раз сдохну и ничего не смогу собрать. Смотрите, какая жесть. А мой гроб остался там или нет? Тупая сраная ловушка, вонючая. Что он, интересно, соберет? Да, мой, вот мой труп там валяется, надо успеть собрать. Да, кирка еще, которая копает полчаса. Это просто ужас. Почему вода-то там? Надо было ведро взять, слушайте. А, чтобы эту сраную воду оттуда убрать. Понимаете? Это просто бредятина. Я не достаю до своего трупа. Сейчас ночь начнется. Надо было ведро пустое взять. Ведро, чтобы воду эту вонючую убрать. Откуда я знал, что тупая ловушка, она такая тупая, понимаете? Вот ведро, блин, которое... У меня сейчас места не будет. Вот что самое интересное. Классно вообще. Что бы мне выкинуть, то что мне не нужно. Так, вот этот щит выкинем. Возьмем обычные... Да, это нужно, землю выкинем. Так, броню тогда выкидываем нафиг. Изумрудно отбиваем. У нас освобождается место. Нам его нужно перья. Гнилая плоть, ладно, грибы заберем. Порох, палки, в принципе. Да, нужны мне палки или нет. Так, я вообще алмазную кирку не хотел делать. Слушайте, посмотрим, минеральдовое собирать, нет, я. Да, собирать. Слушайте, она вроде быстрее собирает. Нет. Непонятно, ладно. Нафиг, не буду, короче, ничего тут уже воду, короче, разлил. Не знаю даже, правильно ли я это сделал, она куда-то стекает туда. И он в ту сторону стекает. Ладно, пусть будет так. И теперь вода разлилась по этим двум. А, давайте я пойду вот в эту сторону, вот сюда. Вот там домик. И вот тут, и вот так обойду, и найду, и вернусь себе домой. Все, я иду в сторону, получается. А мне в какую сторону идти? В принципе, вот туда просто вниз надо идти. Да? Или я что-то ошибаюсь? Не знаю. Так. Еноты. Вот нахрена мне еноты? Мне, блин, коровы нужны, а не еноты. Так, интересно, если я вот туда, сейчас туда спрыгну, я... Ага, понятно. Не долетел. Но он не кушает. Так, ладно, лопату выкидываем. Ух, а если бы чуть-чуть, мог бы... А? Чего? Тут зомби? А. Скорее всего, внизу. Так, меч. Ладно, железный меч, по идее, нафиг не нужен. Вот овцы, смотрите, есть. Но, блин, сейчас ночь начнется. Так, а в этом доме я был или нет?
Это не дом, это просто ведьма. Да? Да. Ага, удачи, пошла вон. Ладно, я тут помечу. Ведьма. Красный цвет, рыжим. Ну или как ее еще называют? Короче, пофиг. Пригодится. Вроде бы там что-то обменивать у него можно. Ее можно было обменивать. Блин, сейчас начнется ночь. Я хочу найти коров. Но все плохо. Понимаете? Блин, как же меня бесит, почему коров нет вообще ни одной. Но зато я нашел обсидиан, понимаете, да? Еще один каньон, кстати. Фух. Я думаю, надо возвращаться домой и просто все. Коров я уже не найду. Это просто самая какая-то не очень... Это неудачная сборочка. Слушайте. Я вообще уже иду куда-то не туда, нам надо вообще налево поворачивать. Здесь все сделано как-то не так, понимаете? Почему здесь нет коров вообще ни одной? Опасно. Не хватало, чтобы меня сейчас убил какой-то... Оденем на всякий случай. О, османский дьявол. Блин, как вот меня чуть-чуть напрягает. Мне не повезло с этим. Слушай, я равнину нашел. Так. Там коровы будут. Ночью, конечно, я не уверен, что они там будут. Слушайте, может реально кровать быстро сейчас сделать? А у меня дерево есть. А, знаете для чего? Для того, чтобы меня скелеты нахрен не сожрали. Такие зомби поганые тут ходят, блин, откуда вообще? Так, во-первых... Вообще ни одной коровы. Зомби. Скелет-паук. На пауке. И... Вон коровы! Но их всего две. Делаем вот так. Это немного нечестно, но... Я других вариантов не вижу, понимаете, да? Пусть будет светло-серое. Все. Я сейчас приду домой и еще раз посплю, чтобы, ну, вы понимаете, да? Чтобы моя точка сохранения не на этой кровати была, а на... Ура, коровы! Все, я нашел свою цель. Где коровы? Так, сейчас я похап... Четыре коровы! Я, как я и говорил в начале видео, что я, скорее всего, коров найду, только тогда... А, классно. Мясо я бы тоже сам. Где скелет? Где скелет? Блин, у меня места нету из-за тупой шерсти. Ну, по идее, шерсть мне нужна. Кожа может исчезнуть, понимаете? Так, ладно, светло-шерсть. Светло... Давайте с забора выкину. Шерсть все-таки мне нужна. Дерево тоже выкину. Так, и все. Извините, коровки, но мне нужна кожа. Мне нужен рюкзак, мне... Ура, наконец-то, кожа! Я всю серию ходил, искал эту тупую кожу и... Господи, что-то... Сколько кожи? Пять кожи всего нашел. Блин, маловато. Но, кстати, коровы, интересно, здесь появятся, нет? Давайте я здесь помечу. Выберем какой-то коричневый цвет. Хочу здесь появляться. Возможно, они еще раз здесь появятся. Потому что... Ну, они... Коровы обычно появляются на...
на равнинах, понимаете, да? Очень редко они появляются в лесах. Так, а где мой... Скелет, кстати, нифига не умирает. Вон крыса он там есть, которую, по идее, тоже убить. Где я сейчас? Я очень далеко от дома. Смотрите, где дом. Мне сейчас, по идее, надо вернуться сюда, в мой порт с кораблями, который в будущем будет портом, может быть. Кстати, медведь еще один. Так, крысы сейчас будут убегать или нет? А, они все равно быстро убегают. Ладно, я выжил эту ночь. Лаки Блок, слушайте. Давайте я его помечу, я не буду его собирать. Желтым цветом. Лаки. Лаки Блок. Я его пока не буду трогать. Знаете, по какой причине, да, вы уже только что видели, что я сейчас сдох, собрав один лаки-блок, так, еще коровки. Все. У меня цель была сделать огород, я его очень быстро сделал, буквально там с 15 минут. Вторая цель очень сложная, надо было найти кожу. Я всего 9 нашел. Кстати, с лошадей падает. Кстати, я еще одну деревню. Я нашел деревню. Вторую. Так, стойте, стойте. Да, это внепланово, но я зайду туда быстренько. Может быть, там дроп какой-то будет. Здесь сколько коров? Деревня вторая. Нормальная деревня. Коров я, к сожалению, убью всех. А кожи надо много, понимаете, да? Так, иди сюда. Медведицу тоже надо убить, с нее выпадает мех. Я думаю, он мне тоже потом нужен будет. Так. Давайте, знаете что, я переночу в этой деревне, и мы потом вернемся домой. Потому что, да, тут еще медведей надо, залутаем деревню и так далее. Но у меня проблема с... Видите, с этим самым. Я сейчас сделаю, возможно, нужна одна нить, рюкзак сделать, понимаете, да? Так что давайте я тут сейчас, здесь я. Видите, кстати, и сено есть, вообще все есть, все, что надо. Давайте вот здесь я помечусь. Медведь сразу же. Он жесткий. Нет, я сейчас убью медведя. Фух, с него, кстати, я выпал мех еще вот этот вот. Медвежий мех 4 штуки. Я уже боюсь, блин, рычат эти медвежата. Давайте где напишем, как у меня там деревенька началась, каким цветом? Зеленым цветом. Ладно, да. Давай пометим. Другой темно-зеленый сделаем. Здесь будет вот такое. Напишем деревня 2. Деревню 2. Ладно, все, давайте на сегодня заканчиваем. Я в следующей серии начну с этой деревни. Мы ее облутаем. Планы немножко поменялись. Главную цель я выполнил. Я нашел кожу и сделал, видите, себе огород. Я сделал в самом начале. Ладно, на этом со всеми прощаюсь и всем пока.